Что с тобой не так? Я все испортил. Именно я тебе сказал, что у Мяу просто второстепенная фигура. Я собственноручно запутал следствие. Моя оценка у Мяу полностью основана на данных и информации, которые у меня в руках. Я не нуждаюсь в твоих подсказках. Мое мнение полностью совпало с твоим. Поэтому это не твоя ошибка. На у Мяу у меня было составлено дело, и было все проверено. Все данные говорили о том, что он самый обычный исследователь. Поэтому как ты мог решить, что он является шпионом? Мы сейчас определенно проигрываем. Но не стоит сразу признавать поражение, да? Восстанови свой боевой дух и возвращайся. Это значит, что мы потеряли след у Мяу почти на 3 часа. Если рассматривать самый худший сценарий, со скоростью 100 км в час, взяв место, где он бросил мотоцикл за центр, мы имеем масштаб круга с диаметром в 300 км в качестве области предварительного поиска. Более того, эта область продолжает расширяться в геометрической прогрессии. Значит, мы не можем определить точно область поиска. Следующая область — Шуанцин. Если у него мало ресурсов, то, скорее всего, сбежит, используя корабль контрабандистов. Это предположение до сих пор не подтверждает, будет ли он использовать другие виды транспорта — самолет или поезд. Тогда я принесу тебе глобус. Начальник Сон, я думаю, мы недооценили у Мяу. В чем именно? Основываясь на уже известной информации, Умео определенно незаконно присвоил исследовательский бюджет Тянгсинг Технологи и заключил соглашение с боссом Тянгсинг Технологи Джен Цзюнцуем. Он пошел работать в Динхуа, используя кражу внутренней информации там в качестве условия, и вынудил Тянгсинг Технологи отказаться от подачи иска, как-то так, да? Это факт, что у нас есть, верно? Теперь назревает вопрос. Сюйхэ, зачем ему сотрудничать с таким проблемным человеком? Основываясь на том, что нам уже известно, главная цель Сюйхэ — украсть технологию искусственного синтеза материалов. Также мы думаем, что Сюйхэ должен быть близок с человеком, кто работает долго, стабильно и скрывается в Динхуа.